За 2 дня тест-драйва мы покрасили множество различных заготовок различными системами отделки. Начинали мы с ОФ-прозрачной системы. Мы красили шпон ясеня и фанеру. Шпон ясеня мы покрывали сначала порозаполняющей шпаклевкой в один слой. Затем мы нанесли грунт прозрачный, все это дело шлифовали. И финиш мы покрыли лаком. Вот такой результат на натуральном цвете. Также часть образцов мы покрасили водоразбавимой морилкой, затонировали в интересный цвет. Ну и этой же системой мы покрасили фанеру березовую. Это обычная фанера из Леруа Мерлен. Результат превзошел ожидания многих. Очень достойный результат и качество поверхности мы получили на УФ-прозрачной системе. Ну и на второй день мы красили уже пигментами. Тот же самый шпон ясеня мы покрасили белой порозаполняющей шпаклевкой, грунтом и сверху нанесли эмаль. Здесь получилась открыто-пористая отделка. И в завершение тест-драйва мы протестировали водоразбавимые материалы, которые также могут составлять цветовую основу. Здесь он был затонирован в серый цвет, мы здесь красили ДВП. Это вот один слой. Укрывистость получилась очень интересная. Качество тоже на высоте. Это можно использовать в производстве мебели, как дно ящика, как заднюю стенку, и тонировать в цвет корпусов. Тот же самый материал, нанесенный на шпон ясеня. Тоже очень интересный, достойный результат. И сегодня, завершающий день, мы попробуем закрыть вот эти материалы УФ прозрачным лаком. Тестируем нанесение прозрачного УФ лака на ЛДСП. Мы нанесли прозрачный УФ-лак на ламинированное ДСП. Толщина слоя 9 грамм на метр. Здесь мы нанесли на неламинированное ДСП прозрачную систему UF-отделки, порозаполняющую шпаклевку, грунт и лак. И получилось очень интересно. Процесс перенастройки линии на различную толщину деталей достаточно прост. Мы просто замеряем толщину заготовки, которую хотим окрасить, и настраиваем высоту подъема валов от конвейера. Сейчас мы попробуем нанести ОФ-лак на водоразбавимый грунт, он же составляет цветовую основу. На обычный лист МДФ мы нанесли один слой водоразбавимой краски серой, и мы сейчас закроем это все ОФ-лаком. Теперь попробуем донести УФ-лак на
водоразбавимую краску серую, которую мы нанесли уже на шпон ясеня одним слоем. Мы прошпаклевали и прогрунтовали ОФ-материалами фанеру, а теперь мы будем наносить финишный ОФ-лак. Грунтованные и прошпаклеванные белыми ОФ-материалами МДФ покрываем прозрачным лаком.